Ну а теперь о погоде. Прогноз на выходные представит Людмила Паршина. Она на прямой связи с гидрометцентром. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Рабочая неделя завершается ясной погодой. Выходные можно надеяться на то же самое? Да, можно. Такой хорошей погодой центр России обязан антициклону. В субботу в большинстве центральных областей без осадков, днем 5-10 тепла. Утром в Брянской и Орловской областях туман. В воскресенье местами, в основном на севере центрального округа, пройдет небольшой дождь. Температура днем 6-12 градусов. На севере европейской части, напротив, погоду будут формировать циклоны. Один из них в воскресенье уйдет за Урал, а другой держит путь на юг Коми. Погода влажная, с осадками, ветреная, но по октябрьским меркам не холодная. На северо-западе пройдут небольшие дожди и будет 6-11 градусов. В Карелии и Вологодской области дождь кратковременный и примерно так же, плюс 4-9. Прохладнее на Кольском полуострове, в Архангельской области и Коми 1-6 градусов выше нуля. Но осадки пока в основном в виде дождя и ветрено. В Ненецком округе дождь с мокрым снегом, ветер до 20 метров в секунду, днем до минус 2, на востоке до 7 градусов мороза, и это немного ниже нормы. В Калининградской области температура удержится на уровне 8-13, дождь пройдет только в воскресенье. Ну, снег, надеюсь, сейчас там, где ему положено быть, и надеюсь, что в центре России пока его не будет. Да, правда, пока это все мокрый снег. Об установлении снежного покрова говорить еще рано. Тем не менее, минусовые температуры будут встречаться в наших прогнозах все чаще. Поволжье погода неустойчивая, особенно на севере, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов. Там ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, ветер до 15 метров в секунду, но без резких изменений, днем 5-10 тепла. Такой же температурный фон и в среднем Поволжье, только на юге, в Саратовской области теплее, до плюс 13. В субботу удержится погода без осадков, еще будет ощущаться влияние антициклона, а в воскресенье с небольшим дождем. Кстати, в последние дни было прохладно и на юге. Там погода улучшится? Да, там погода будет налаживаться. В воскресенье на оба дня без осадков и потепления до плюс 19 градусов. В Крыму и на Северном Кавказе дождей совсем мало. Только в субботу они, вероятно, в горных районах Центрального и Восточного Кавказа днем 10-15, в районе Сочи до 22. Вода у побережья, увы, продолжает остывать, но в районе Туапсе, Ялты и Сочи ее температура держится около 20 градусов. Людмила, ну для ценителей осенних отпусков, думаю, достаточно. Чем обнадежите жителей двух столиц? В Санкт-Петербурге в субботу без осадков, ночью 3-5 градусов, днем 9-11 тепла. В воскресенье пройдет небольшой дождь и чуть прохладнее, плюс 8-10. На московский регион продолжит оказывать влияние антициклон, и поэтому до понедельника погода практически не изменится. В субботу осадков не ожидается, ночные температуры будут колебаться в пределах 1-3 градусов, днем ожидается 8-10 тепла. В воскресенье в Москве ночью 2-4, по области до минус 1, днем возможен небольшой дождь, но также тепло, 8-10 в городе и 5-10 по области. Будем надеяться, Людмила Паршина с прогнозом погоды на выходные.